Всем привет! Вот и долгожданные итоги креатор-контеста. Сразу скажу то, что в этом топе вам могут не понравиться расположение некоторых уровней, но я пытался быть более объективней и надеюсь, мой топ, так сказать, будет для вас верным. Также хочу очень сильно отблагодарить всех людей, которые приняли участие в этом креатор-контесте, и особенно тем, кто занял первые 3 места. И также советую на них подписаться, и когда вы просмотрите, конечно, весь топ. Так сказать, на победителей я оставлю ссылку в описании. Ребят, там очень прошу подписаться на них, они очень старались, судя по уровням, и думаю, они заслуживают от вас подписки. И я решил проводить креатор-контесты ежегодно. Так сказать, этот креатор-контест не последний. Ну а теперь приятного просмотра. Ну и спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вы подпишетесь на победителей, так как вы сами видите, они очень постарались над уровнями. Ну и надеюсь, вы оцените этот ролик лайком, так как я над ним очень постарался. Ну и также над организовыванием креатор-контеста я потратил очень много сил. Ну, всем удачи и всем пока.